По ночам звучит надрывный кашель, старенькая женщина слегла. Много лет она в квартире нашей одиноко в комнате жила. Письма были, только очень редко, и тогда, не замечая нас, все ходила и твердила: «Детки, вам ко мне собраться б хоть бы раз!» Ваша мать согнулась, посидела. Что ж поделать, старость подошла. Как бы хорошо мы посидели рядышком у нашего стола. Вы под этот стол пешком ходили, песни пели часто до зари. А теперь разъехались, уплыли, разбежались. Вот и собери. Заболела мать. И той же ночью телеграф не уставал кричать: «Дети, срочно! Дети, очень срочно! Приезжайте! Заболела мать!» Из Одессы, Таллина и Гарки, отложив до времени дела, дети собрались, да только жалко, у постели, а не у стола. Гладили морщинистые руки мягкую серебряную прядь. Так зачем же дали вы разлуки так надолго между вами встать? Мать ждала вас в дождь и в снегопады, в жаркие бессонницы ночей. Разве горе дожидаться надо, чтоб приехать к матери своей? Неужели только телеграммы привели вас к скорым поездам? Слушайте, все, у кого есть мама, приезжайте к ней без телеграмм. Аминь.